После поездки в Прагу что-то изменилось. Мы встретились с французами, британцами, датчанами, американцами и почувствовали их уважение, почувствовали братство. Мы все были скейтерами. Мы общались с западными немцами как друзья, обменялись номерами, адресами, приглашали в гости. Мы ехали в страну, из которой не вырваться. К нашим людям, которым нельзя было расширять горизонты, которые смотрели на нас, как на чужих, которые не знали, насколько велик мир. Но мы знали. Мы получили новый опыт. Мы почувствовали, что не одни. Мы осознали наши границы. Поняли, что нас заперли из страха. Из страха, что их ложь выйдет наружу. И все же было здорово вернуться. Мы даже представить не могли это чувство. Это была наша страна. В поздних 80-х немногие люди могли сказать это с гордостью. Даже не желая того, мы были представителями ГДР. Назад в Берлин, в нашу бетонную песочницу. Домой рассказать всем, что мир не кончается у стены. Что мы не на краю Востока, а в центре Европы. Окруженные народами, которые думают так же, как мы.